здесь, возле древней крепости, был обычай, ну, в принципе, он везде был, закапывать кости, хранить кости великих воинов, чтобы они после смерти защищали свои земли. Значит, вот костницы, выдолбленные в скале. Смотрим. Высоту древних воинов. Вот я упираюсь. Древних византийских воинов. Уперся ногами туда. Ложусь. По грудь. То есть, великие воины по грудь, это еще меньше. Можно заметить, что люди становятся выше, да, с годами. О чем говорит? Завывание о том, что народ мельчает. Уже не те, то ли дело старики. Но здесь вопрос только в том, что вы пейте меньше, курите, калитесь. Ну, и все будет у вас.